Виртуозная подача, красивый гол и буря эмоций. Ребята из средней школы номер 20 имени Дмитрия Карбышева проявили на спортивной площадке особое упорство. Да и поддаваться во время футбольных баталий никто не планировал. В первом тайме команда правоохранительных органов шла с опережением. Но, собравшись силами, во втором тайме футбольная сборная школы номер 20 тоже показала результат. От школы создана команда учащихся 10-11 классов. Среди них есть и учащиеся, с которым проводится индивидуально-профилактическая работа. Соперниками нашими будут инспектора ИДН. И, скажем так, матч получится достаточно интересный. Почему такая идея родилась? Мы очень хотим надеяться, что инспектора будут лучшими друзьями, товарищами, помощниками для наших учащихся и помогут нам корректировать воспитательные моменты с нашими учениками. Главная цель нестандартного матча – оторвать подростков от гаджетов и вовлечь в полезный досуг. Спортивный турнир прошел в рамках республиканской акции «Вместе за здоровое будущее». А сама работа с ребятами в таком формате совсем скоро может стать традиционной. В рамках этой акции проводятся различные спортивные мероприятия, такие как сегодня, встречи с учащимися и беседы с родителями на родительских собраниях. Формат сегодняшнего мероприятия – это товарищеский матч между командой правоохранителей и между командой подростков, среди которых также есть ребята, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Этот турнир – площадка для общения между сотрудниками силовых структур и трудными подростками. Главная цель – не просто создать живую интересную атмосферу. Очень важно показать этим ребятам, что представители правоохранительных органов – им в первую очередь помощники и советчики. И человек, единожды оступившись, имеет право на второй шанс, а сотрудники правоохранительных органов ему в этом помогут. На сегодняшний день, есть проблемы среди молодежи. Я считаю, что данные мероприятия полезны, и их нужно расширять и внедрять в нашу практику и также в образовательную систему. Ребята молодцы, видно, что часто занимаются, что где-то участвуют в каких-то определенных соревнованиях. Уровень подготовки у них довольно высокий. Матч прошел в дружеской обстановке, и для ребят, и для сотрудников милиции игра стала источником хорошего настроения и отличной психологической разрядкой.